Через книги ты проживаешь тысячи жизней. В каждой истории ты превращаешься в разных героев и путешествуешь по удивительным мирам. Это может быть планета будущего или постапокалиптический мир. А может быть даже альтернативная вселенная. Где-то ты меняешь мир в лучшую сторону, а где-то ты внезапно открываешь в себе такие качества, как смелость и сила воли. Не страшно, не страшно, не страшно.